Прекрасно.
первую команду, выступает команда ССГ. Первый конкурс. Приветствие. Thank you.
слушаете? Сердце будет веселее. Почем? Почем дала? И чей будет
если у вас есть учителя. Это шутка, конечно. Но, тем не менее, как бы и намек. Как бы шутливый намек. Итак, пожалуйста. Жюри совещается. Действия всего лишь 4 набора оценок, мы решаем. Два набора у нас от учителей и два набора оценок от учеников. А уже как ученики сами решат распределиться оценками учителя, это будет зависеть от них. А сейчас мы просто давайте попробуем проголосовать. Значит, 4 набора оценок и попробуем оценить команду СНГ. Выше балл 5. Вы думаете, по 5? Я просто как бы напоминаю такое. Судя, пятибалльная оценка, да, все конкурсы будем так, пятибалльные оценки. Вот давайте ученики и учителя СНГ, как мы оцениваем? 4, 4, 5, 4. Так, у вас есть человек, который записывает все это, да? Нет, получается, изменила основное мнение. 2 пятерки, 2 четверки, это СНГ. Стоп. Рынат Владимирович, значит, человек есть у вас, который записывает все оценки, даже с учетом изменений? Кто у вас записывает все оценки с учетом изменений в группе? У нас все прекрасно. Не волнуйтесь. А теперь звезды команда, пушкинские. Да, пушкинские звезды. Пушкинские звезды, как их оценивают? 4, 4, 5, 4. Так, а уже получается, что этот конкурс мы здесь подсчитаем, но зритель уже получается побеждает. Пожалуйста, первый вопрос команды. Почему у Деда Мороза красный нос? Старому дедушке холодно зимой, зимой и летом одним цветом. Почему у Деда Мороза красный нос? Созрел. Учительской раздается звонок. Доброе утро, Наталья Валентиновна. Юношеский голос. Марья Ивановна, можно? Марья Ивановна, нет, она заболела. Вторник. Тот же самый голос. Марья Ивановна, можно? Нет, молодой человек, она заболела, ее долго не будет. Среда. Тот же самый голос. Продолжим. Итак, нужно продолжить. Алло, я Мария Ивановна, меня никто не спрашивал. Достойные соперники. Понедельник, вторник, среда. Мария Ивановна, можно? Молодой человек, ну что вы каждый день, Мария Ивановна, заболела, долго не будет. Вот так бы слушал и слушал. Итак, пожалуйста, вопрос команды СНГ. Почему 3 поросенка забежали в один дом? Почему 3 поросенка забежали в один дом? Почему-то почему? Потому что пятачок у них на у. Почему же 3 поросенка забежали в один дом? Пожалуйста, ваш вопрос.
давай. В подъезде двое хулиганов. Часы отдавай. Ой, у вас на все про все только час. Двое хулиганов, учительница. Часы отдавай. Часы не отдам. Заверяй классное руководство. Итак, пожалуйста, 302 вопрос. Почему в гимназии в 8 часов в столовой булки стоит 3 рубля, в 2 часа рубль, а в 4 часа 2 рубля? Наблюдатели отошли в 8 утра в столовую булку. Итак, вопрос задан. Родители будут отвечать на вопрос? Почему в гимназии в столовой полке стоит 8 часов 3 рубля, в 2 часа рубль, а в 4 часа 2 рубля? А кто причина очень простая. Курс доллара и настроение повара. Почему в гимназии 8 часов в полке столовой стоит 3 рубля, 2 часа рубль, а в 4 часа 2 рубля? Потому что Раиса Михайловна приходит в 9 часов, в 2 часа она обедает, а в 4 часа они уже старые. Итак, закончился второй конкурс Анна. А, извините, извините, еще доходит, никто знает. Уважаемые соперники, кто такие первые на первом? Кто такие первые на первом? Первые на первом, а последние на 26-м. Первые на первом. Ну, может быть, у Марии Ивановны хоть раз в году праздник? Реклама, все смотрели на первом. Первый на первом. Ну, может быть, у Марии Ивановны раз в праздник. Спустилась с первого этажа, пошла в столу. Итак, пока команды готовятся, все вы знаете, что до Нового года остались уже даже не считанные почти что часы, если сложить 2 дня, это будет всего несколько часов. И сейчас на сцену я приглашаю... Ну, так скажем, местного астролога, цыгана, и он вас поздравит с наступающим Новым годом. Приветствуйте! Китайцы вчера я раскладывал карты. В следующем году они обещают четверки, пятерки, десятки, шестисотки, шмотки, кроссовки и тому подобное. Учителей ждет здоровье, прибавка к зарплате,
Учеников ждет понижение цен столовой и тому подобное. Дискотеки обещали проводить раз в месяц. Бесплатно. Итак, пока команда готовится к музыкальному клипу, Артем Владимирович, посчитали общий балл? И можно ли нам его услышать? Пожалуйста. Извините, а вторая цифра? 33, я думала прям 33, извините, уже все, не слышу, ничего не вижу. Итак, третий конкурс, музыкальное задание, клип. Thank you.
письменный сад. Маэстро, музыку! А я буду найду, а я буду найду, душу литературной стылю. Все, все хорошо, это лучше. А вот это.
знаете, как бывает. Учитесь делать все колесо и, самое главное, ходить на лыжах. Ну, а крошка, чтобы была у каждого. Итак, третий, пардон, четвертый. Конкурс капитанов. Ой, стоит ли спрашивать? Ну хорошо, акцент. Радио Владимирович, давайте. Дайте микрофон, пожалуйста. О, у вас даже есть микрофон, говорите. Микрофон не нужен, здесь тем более. Не так все понятно. У нас были проблемы на этом фоне наползающих учителей в средней хате, что вы ставите мясо. Значит, мы... Давайте для ребят оценки, для СНГ, поднимите. Сейчас капитану команд мы предлагаем подготовить поздравление президента новогодней России гимназии города Щелково. Значит, пока капитан команд. Поздравление должно состоять буквально из 4-5 предложений. Один капитан поздравляет, второй капитан в это время сурдо переводит. И наоборот. Нет, зачем наушники? Они сейчас будут готовить, они должны народ слышать им. Нет, голосов. Нет, повторяют они не должны, они сейчас говорят это. Да, он, во-первых, должен видеть и слышать, правильно? Да, тот, кто переводил, сурдоперевод, он обязательно видит это все. И слышит прежде всего. Да, губами, руками, там какие уже будут вспомогательные предметы, мы не знаем, конечно. А сейчас, если у нас желающие поздравить своих учителей, дорогих, учеников, с наступающим Новым годом. Ну так, честно, глядя в глаза. Учителя, но это первый год, который я встречаю за последние вне гимназии. Но несмотря на это, я вот пришел сюда и ощущаю эту теплую атмосферу, в которой я был, ну сколько лет? Ну года 4, как минимум, 3. Ну, с Новым годом вас еще раз, всего наилучшего. Дорогие учителя, я вижу, что вы нисколько не изменились, вы остались такими же классными учителями, какими и были. Всего вам самого наилучшего! Все
Президенту, да, который говорит одну и ту же фразу. Россияне! Дорогие! Время кризиса! Не должно отразиться. На вашей учебе, понимаешь? Поэтому желаю вам хорошо отметить Новый год. И будьте добры, можно несколько слов, пожалуйста, пока команда готовится? Только ваши замечания, пожелания. Да, для начала мы хотели узнать, это последний конкурс? А, предпоследний, значит, итогов пока не подводим. Несколько слов просили сказать о сурдопереводе, заполнить эту паузу, как говорится, заткнуть дырку, ну ладно, заткнем. Значит, вообще сурдоперевод, по-моему, достаточно оригинальная вещь, но вот если бы я не слышал текста, а только смотрел, то мне показалось, что вначале я видел алкоголика, который пытается найти дорогу домой. А потом было такое ощущение, что это самоубийца выбирает себе последний уход из этой жизни. Но с текстом вышло немножко поинтереснее, это непонятно. Ну, давайте все-таки оценки посмотрим. Я хочу сказать, что общий итог 53-51 у нас пока до этого конкурса. И в пользу у нас кого? Учителей. Пока учителя... Только один конкурс у них, пожалуй, был настолько мощный, что они растоптали бедных учеников, без всякой жалости. Нет, не буду говорить, еще по целику курсе. Так, а сейчас давайте посмотрим снова команде СНГ, как я оцениваю. 4-5-5-5. Пушкинские звезды, оценки 4-5-5-4. Посчитаем, а там за занавесом вы готовы? По всей видимости, не готовы, или их там вообще нету.
Итак, в кадре учитель химии. Реактива пропиленовна беспредельная. Ее мама работала на этом заводе. И когда рассказала дома, что соль это не соль, а натрий хлор, дочка решила стать учителем химии. Берись за дело, дочка,
и она стала учителем алгебры. Thank you.
Домашнее задание команды СНГ. Мы предлагаем вашему вниманию маленькие трагедии в доме радости с тремя заповедями. Может быть, не все вам покажется здесь понятным, может быть, что-то даже странным. Но мы хотим вам сказать, что кем бы вы ни были в этой жизни, что бы вы ни закончили, какое учебное заведение, как бы вы удачно ни вышли замуж, сколько бы вы ни... Через потайную дверь, крадучись, входит Герман в комнату графини. Здесь все так, как сказала ему Лиза, но мысли о ней почти вытеснены, и в возбужденном состоянии Германа желание ему узнать у графини ее роковую тайну. С пытливым вниманием и тревогой вглядывается он в портрет той, который навсегда связан какой-то тайной силой. А вот и она сама. Ее уже ввели горничной и приживала. Герман поспешно прячется, поспешно Герман прячется за занавеску будуара. Графиня, опустившись в глубокое кресло и отославшись из комнаты, погружается в воспоминания далекой юности. И не мудрено, она уже такая старая, но все еще графиня. В этот момент перед ней вырастает Герман. И я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье. Моей жизни и оно вам ничего не будет стоить. С безмолвным ужасом смотрит на него графиня, не двигаясь и не отвечает на умоляющий, настаивающий тон Германа. Старая ведьма, так и я же заставлю тебя отвечать. Он уже давно вынул пистолет. Графиня поднимает руки, чтобы заслониться от выстрела. И в это время она ему кричит. Она уже не успевает даже крикнуть. Но самое главное не в деньгах счастье, друзья. Помните это. Вот она еще раз дернула ножкой и ручкой. А Герман забил ее окончательно. Не в деньгах счастье. О, командор! Как мог меня оставить ты, любимую жену? Любимый муж, как жить мне в этом кризисе?
сердце ты мое. Останешься ты навсегда. Я счастлив, я петь готов, я рад весь мир обнять. Что? Ты думаешь, он станет ревновать? Я за ним, он присмирел, особенно, когда он умер. И что ж? Ай, Чикарелла, проси ее, пожалуйста, ко мне. Нет, не ко мне. Подумай, Ортенок, а чем? Наверное, уж не затем, чтоб с нею говорить. Проси ее пожаловать к Донье Анне вечером и встать попозже на часах. Когда же опять увидимся? Не знаю. Когда? А завтра? Где же? Здесь. Вот он, Гуан, как сердцем я слаба. Залог прощения, мирный поцелуй. Пора, пора. Бандит, бандит, бандит. Один. Холодный, мирный. Какой ты неотвязчивый. На, вот. Мы друга так случилось.
Итоги. Приглашаются обе команды на сцену. Пожалуйста. Да, это был последний заключительный конкурс. Ты меня? Домашнее задание. Пожалуйста, нет, ты мне не завидовал. Я лучше здесь подальше от начальства. Вообще, ребята, когда, честно говоря, он сидел, смотрел. Как, какой это? Василий Иванович на шпильках, по спорту выше меня ростом, какие-то неизвестные страницы с биографией учителей. Ну, вообще, понравились, конечно, обе команды. Я не буду сейчас говорить свое мнение за или против, потому что отлично понимаю, какая сейчас куча здесь может подняться. Ничьи не будет, однозначно. Мы так решили узким кругом. Ну, или я так решил. Даже если по баллам получится ничья, заставим поработать капитана. Все-таки должен быть победитель, я думаю, так. Нет. Ну так, ребят, давайте тогда поставим последние оценки, и там будь что будет. Хотя здесь уже раздавались угрозы. И уже стоит подумать о пособии по безработице, ну и все, ерунда. Итак, оцениваем команду СНГ. 5-5-5-4. За это опусти руку. Оцениваем команду «Звезды Пушкинские». 5-5-4. Анна Львовна спокойно подводит итог, не подпять своей дрожащей рукой. Ничья, стоп! 50 лет. Не-не, это ошибка. Попадай не тот листок. Лайков, вы не в жюри. Есть уже общий счет? У меня такое ощущение, что Оксана Львовна не совсем хорошо считает. Да. И вы с кем-то советовались. Так, счет получился такой. СНГ 89. 88. Звезды 88. Большой срок. Но я бы хотела сегодня сказать,
нашему уважаемому жюри и тем ребятам, которые, в первую очередь ребятам, ученикам, которые приняли участие сегодня в составе сегодняшней команды. Но мне, например, было очень обидно, что жюри не разглядело в одном из корпусов, когда изображали, скажем, математика, падающая с лестницы. Я думаю, у меня ни одного математика, что нет такого, кто с лестницы падает. Я все-таки на себя всех переносила. Поэтому фигуры профессионально, конечно, смотрелись, учителя были замечательные. Но все-таки таких я не знаю, учителей, каких они изображали. Хотелось бы побольше какого-то изобретения здесь не прозвучало. Так, еще один конкурс. Ну вот тут изображали. Явно не увидели реплики, которая звучала в устах Александра Мироновича Гуцельмана. Вниз, помните, да, этот конкурс? Про булочки. Так, еще одну несовместимость тоже хочу сказать. Ну, коли идти по правде, то я в школе бываю в 7 утра, а не в 9. И если бы наше жюри немножечко так потоньше подошло, то, наверное, полбалла можно было здесь добавить в пользу учителей. Сдается мне, что один из членов жюри сейчас в последнем конкурсе здорово подыграл. Здорово! Баллы были высчитаны. Нет, нет, это не к учителям. К учителям это не имеет отношения. Они очень сидят, переживают. Вот. Но в составе детской команды, ученической команды, явно была неправильная оценка. Вы помните, как я болела в прошлом году за ребят, и как я переживала за учителей. И я помню, как мы страдали, помните, вместе с вами, когда мы проиграли в ДК, и потом пришлось нам здесь уже доигрывать свою игру, здесь, в школе, в гимназии, когда никого не было, были одни мы и ряд учителей. Вот лучше был бы такой финал. Не оценили бы и то, что у учителей была классика. Побегать в детском возрасте в 16-17 лет вокруг сцены проще, чем учителям представить то, что они представили. Ну, Бог с вами. Как говорится, судьи осудили, судьи приняли решение, дети победили, и будем признаем эту победу. Победа, конечно, должна быть оценена. И, как всегда, в качестве приза сладкий приз детям. Я думаю, как вы справедливы. Сколько у вас не проводишь? 20! Ну раз 20, значит 2. Спортивных игр принесли две грамоты, это тоже о чем-то говорит.
Так что одним словом, молодцы, но торты все-таки у вас маленькие. Такой круг побед все-таки считается как бы равной, то учителям, мы считаем, нужно отдать торт. Да не нормально. Пять трудных, долгих, веселых, замечательных лет. И, наверное,